Allah göstərsə. Hazır minnəsi təsbiqiyə. Bu mikrofon. Bu yurtqa qarabız hələ. Biz hazır iyələndik bu yurtqa. Şimdi matur mədəni üzəyimiz gəlib biz hazır iyələndik. Hətta güzəlmədə getirib bulmuş da bu yurt bütü başandır. Yox idi. Bu mən biz artık varlığını bilmiyildik. Ondan sonra nihayet bizə oyğa bir mərtəbə yekşənbə günlərində birə başladılar. Hem bu yurt hazır bizim, bizim hem bu yurtun hocaları bu bizim her vakti de bizim dileklerine, bizim planlarına dilekleşlik bildirirler. Hem meselelerine bugün bildik zor rahmetimin Milli Medeni Muhtariyeti de, Hoca Medeni Müzakirin hocası Enver Efendi Hüseyinov'a da bir zor rahmet edilmemin. Çünkü kutlarını da koyuyoruz, Nesif Hanım, Pırış Yılma, Bak Nerseler bulur, muzikantlar da bulur, Nide bulur, deyip bütün üstünde şulaydır, Zvuk Operator da bulur, Svet da bulur, deyip şimdi rahmetler düşsün, beni tınışlandırıp, dilekleşip bildirdi Enver umarım şimdi hazır sahneye çağıratmanın da benim kutluyuzu giledir. Min de rahmet ederim. Дякую, рахмет, ханым Ела Сюгальшин. Назиха Харисовна. Об этом человеке можно и нужно говорить только в превосходных степенях. Помимо ее литературных и прочих талантов, она еще и выдающийся организатор и общественный деятель. Вот все мы считаем, что один из ее проектов, клуб «Интеллектуал», это действительно, наверное, один из самых удачных татарских проектов города Москвы за все время существования татарской общины. Не менее успешным был и является проект «Инженер Текляря». Сама являясь жемчужиной татарской культуры, она рассыпала по России огромное количество талантливых детских жемчужинок. И это одна из ее, наверное, самых главных заслуг перед будущим татарского народа. Несмотря на это, она является частью истории, и она сама пишет это. И эта история далеко еще не закончена. Поэтому от имени региональной татарской национальной культурной автономии и Татарского культурного центра города Москвы мы желаем вам вписать еще не одну яркую страницу в нашу общую историю, в дело возрождения, сохранения и развития татарской культуры. Спасибо вам за все.